и потом этот, уже он там на горе был. Вам все-таки жарко. Старт 5 секунд? Старт 5 секунд. 3, 2, 1, старт! Какая пылища! Какая пылища, да? Ладно, я буду пропускать тоже. Мне сказали живым вернуться домой. В прошлый раз не говорили. А где вода? Давай. Я подожду. Наверху подожду. Я ждать буду. Ну что, будем ехать, да? Группой.
Не, их дождемся. Они отстают. Как, совсем что ли отстают? Да. Ну вот с ним надо ехать. Ну чё, медленно катимся, ждем. О, грибок. Правую занимай. Где они там? Здорово. Здорово. А где Пронченко?
Не помню этого поворота что-то. О, мы в сборе, да? Я пью.
Downhill? Thank you.
Все, спать пешком. Нет, не видел. Не, такую гору я не въеду никогда. О, можно ехать. Thank you.
Оп. Спасибо. Нет. Ради? Да. Полетели. Не-не-не, это попить. Есть ли? Девушка воды? Так, полить? Можно. На руки. Thank you.
Нет, нет. Thank you.
Эх, не там я прохожу. Нафиг. Нет уж, спасибо.
Нет, наверное, здесь направо, потом будет. Thank you.
Че? Ну а ты хотел профессионалом ехать. Давай в тени отдохнем. Вон там тень. Отдыхаем? Ты сейчас на спуске упадешь из своей головы. Что делать надо? Ты уже где-то упал, что ли? Угу. А что? Есть. Давай я тебе налью. Профессионал. Давай, давай сюда. Это что, изнеможение или что? Обезвоживание, все такое. Знаешь, что-то не... Я лежал, отдыхал сейчас. До финиша чуть-чуть, да? Да, сейчас спуск начинается. Как бы в обморок не упасть? Ну вот, я два круга проезжал и упал в обморок, а ты сейчас... Упал в обморок? Да. Где? Ну, после того, как финишировал, мне стало плохо, я... Где, скорую? Да, мне потом скорую дали. Они на шатыре дали понюхать. Таблетку дали какую-то. Ну, короче. Все пишут. Сейчас я еще подкреплюсь.
съел батончики? Да. Еще надо? Нет. Что, надо приехать в скорую обратиться? Зачем? Не надо. Все кружится, да? Угу. Жди, пока пройдет. Иди пешком. Ведь сколько ждать, идти надо. Ну, тебе же живым главное добраться. Приеду, скорее всего, спать лягу сразу тебе в машину. Ну да. Мы отдохнем где-то полчаса и поедем. Финиша не будешь ждать? Зачем? А, этого. Награждения. О! Привет! Вот так. Козел, даже ничего не сказал. А он чуть не упал. Вот. Не сказал привет, вот и падай теперь. Надо было перед выездом поесть, наверное. Да. Сколько километров пройдем? 13. О, еще 6? 5? Да. Ты финишировал прямо после финиша, упал, что ли? Ну да, я лег. И отключился, да? Нет, не отключился. Плохо было, не мог вставать. Потом на церемонии я сидел, лежал. Потом, когда в машину сел, к машине пошли собираться, когда я там уже побледнел, и это... Положили, дотащили, посадили. И я там сон видел несколько секунд. Значит. Привет. Ты там не убейся? Опять. Ты что, убейся, со мной поедешь? Ну да. Там же, где Тарьян. Отдыхаем? Ладно, не будем врать. Мне плохо. Совсем? Ну так, нормально. Ну ты перенапрягся, ты же ехал как спортсмен вперед-вперед. А я вижу, все буду отдыхать. Беру, отдыхаю. Останавливаешься, что ли? Нет, возбавляю только. Там этот, тот мужик, какой? Который в прошлый раз здесь сидел, ну не смог. Второй круг проехать. Сейчас с колесом возится. Он, наверное, два круга будет ехать. Да. Все еще кружится? Ну. Вот сзади. Ну, может, ты можешь медленно спуститься. Ты держись на расстоянии, чтобы дорогу видеть. Держись на расстоянии, чтобы дорогу видеть за мной. А то, когда я проеду, только тогда ты видишь уже. Thank you.
Бекись. Вот. Вот после этого все уже, да, спуск такой, что еще сзади один. Я пододвигаюсь. Пусть обгоняют. Ветка. Так. Главное, чтобы батарея не села во время спуска. Спасибо. А то я хочу видео выложить прохождение горного ущелья на ПК. На ПВ, на персональном велосипеде. Thank you.
Ого. Опа. Опа. Пенек. Опасный спуск, все. Ну я попробую. Что я там? Чему я там учился в конце концов? Оба. Я еду. Так, я подожду. Я посмотрю, где как ехать. Проедем? Я нет, точно. Ну ладно, я попробую. Так, ну, давай. Да! Где фотографы? Фотографов нету, придется тащить. Нет, там один поворот неудобненький. Ну все, дальше начинается тупое торможение. Да. Дальше уже ничего такого прям контролируемого. Я что, здесь проезжал, что ли? Я пошел пешком. Что-то я не помню, чтоб я здесь проезжал в прошлом году. Я думал,
Семейная съезжалка, она так и называется. Не, я, по-моему, все это тащил. Вы минут я думал, 15 я только... до машины, я где-то час буду идти, наверное. У-у-у. Через час увидимся. Вы в Купаты идете? Нет, мы в Магнитку поедем. Не сразу, с задержкой. Каменная съезжалка, значит. Пух! Чё, слетело? Всё, погнали. Куда погнали? Не. Не, ну, конечно, если ты стоишь, ты пропускать должен. Вот теперь можно ехать. Ух! Тут можно зацепить. Вот. Через руль можно. Я, пожалуй, цепь обратно, пожалуй, одену. Едь? Ну я уже поехал тоже. Я тут. Какая узкая дорожка. Так, а вот надо пропустить, похоже. Ох! Блин! Чёртово дерево, опять оно! Там то же самое дерево, об которое в прошлом году чуть головой не стукнулся. Пальцы.
кто это так... Оба, извиняюсь. Кто это так гнал-то? Все, погнали. Нафиг? Вы тут падаете все время. Я смогу поехать или нет? Спасибо. Вот тут вот нужны контактные педали. Как бы. Да блин. Фух.
ощущение?